Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, устойчивый, бюджетный шоколадный крем, который состоит всего из трех ингредиентов. Готовить я его буду без использования в нем сливок, сливочного сыра, сгущенного молока, желатина и крахмала. То есть крем очень хороший, очень глянцевый, красивый получается. И в то же время крайне прост в приготовлении, готовится из самых-самых доступных и простых продуктов, всего лишь из трех. Этим кремом можно наполнять, выравнивать и украшать торты, пирожные и капкейки. На вкус этот крем очень напоминает мороженое лакомка. Итак, здесь у меня 200 грамм молочного шоколада, 40% какао. Я отправляю сейчас его растапливаться в микроволновку. Импульсами растоплю. 200 грамм размягченного сливочного масла. Растопила я шоколад. Добавляю туда весь шоколад, тоже 200 грамм шоколада. То есть здесь очень просто. 200 грамм масла, 200 грамм шоколада. Температура шоколада не должна превышать примерно 28 градусов Цельсия. 26-28 градусов. Очень хорошая температура. Сейчас соединяем все это. Пробью сейчас все это миксером, просто чтобы массы объединились. Здесь сразу отвечу на вопрос, можно ли брать горький шоколад, темный, 50-70%. До 50% еще можно брать процентов какао в шоколаде. Если 70% какао, то нужно будет добавлять уже сахарную пудру, поэтому это уже совсем другой рецепт. Здесь делаем именно на молочном шоколаде. Итак, просто объединила эти массы. Масса неустойчивая, взбивать ее дальше не имеет смысла. Убираю сейчас эту массу примерно на 15 минут в холодильник. Она у меня остынет до 23 градусов Цельсия, чтобы было комфортно ее уже взбивать. Убираю в холодильник. У меня прошло примерно 15 минут. Масса охладилась до 23 градусов Цельсия. 21-24 градуса, не выше должно быть. И повзбиваю примерно одну минуту сейчас ее, не больше. То есть рецепт очень быстрый. В плане вообще работы с этим кремом он готовится в течение 10 минут, это максимум. Конечно же, все это можно взбивать в планетарном миксере. В планетарном миксере крем будет более ровный. Здесь маленькие такие дырочки всегда присутствуют именно от взбивания ручным миксером. Добавляю сейчас туда 100 мл молока. Комнатной температуры, ни в коем случае не холодного. Добавлять буду в 3 приема. Прорабатываю так вот примерно секунд по 30. Каждое добавление молока, каждую порцию. Крем не расслоится от молока. И когда последние вот так примерно 30 грамм молока, 30 миллилитров я добавила, после этого я взбиваю еще примерно одну минуту. Крем будет пышнее. Он немножко вот так увеличился даже как бы в объеме. И вот таким посветлевшим он станет. И необыкновенно просто вкусным. Он очень красивый, очень глянцевый получается крем. Превосходно держит форму. В начинке он тающий во рту. Буквально он не ощущается как масляный крем. На вкус ощущается как вот глазурь от мороженого лакомка. Но вот именно на натуральных ингредиентах приготовленный. Насадка здесь у меня кондитерская, номер 336. Крем прекрасно отсаживается из насадки, из него также можно делать цветы. Ну, я не знаю, кому-то, если захочется сделать цветы именно из этого крема, им также можно выравнивать торты. Он не трескается при нарезании, его нельзя брать в руки, это никакой не бетонный ганаш, то есть это просто крем для покрытия, как, допустим, если бы мы использовали крем Шарлотт шоколадный. И вот такой превосходный крем у нас в итоге получается. Готовится очень просто, очень быстро, никогда не расслаивается и всегда получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.